Представьте. Я Годовалов Александр Васильевич. Громче. Я Годовалов Александр Васильевич. Год рождения. 15.04.2000. Место проживания. Поселок Байкит, Красноярский край. Дом 39, квартира 1. Место несения службы. Воинская часть. Воинская часть 31-134. Батальон полукруга. Первый батальон, первый рот. Должность, звание. Должность. Механик-водитель рядовой. Как на территории Украины оказались? Когда? Заехали 24 числа. Какого месяца года? Февраль 22 года. Какие цели перед вами стояли? Учения. Кем это было озвучено? Командование. На территории Украины? На территории Украины. Когда прибыли на территорию Украины? Что вы здесь делали? Выставили блокпост и просто стояли. Машины обыскивали. Гражданского населения? Гражданского населения. Ваше мнение по поводу того, что здесь происходит? Война страшна. Кто начал эту войну? Нам никто не говорил. Кто агрессор в этой войне? На территории Украины. Вы видели последствия этой войны? Видел. Разрушение. Так кто начал эту войну? До вашего прибытия здесь была война на территории Украины? Не могу знать. Скорее всего, нет. Не могу ничего. Родные и близкие есть? Есть. Что хотите передать? Мама, бабушка. Громче, пожалуйста, не слышно. Семья вас люблю очень. Что хотели бы попросить? Чтобы... Не поняли. Что? Чтобы... Вы хотите уехать отсюда? Да. Так, кого еще не снимаю? Сейчас я доверяю.